Город Ишим. Там спорткомплекс «Локомотив». Похоже, школа. Иду к речке Ишим. Подошел к речке. Есть тупик. Такой крутой спуск. Рыбаки рыбу ловят. Река Ишим. С той стороны какие-то болота начинаются. Ну, не болото, но что-то такое, не земля. Пойду спущусь вниз. Лед на речке Ишим. Так выглядит берег высокий с речки. Пойду схожу, посмотрю, что на той стороне. Тропинка куда-то дальше уходит, даже не знаю, куда она идет. Видимо, в деревню, в ту дальнюю. Вон там деревня на горизонте. А это вот Ишим, где мы сейчас живем. Деревья — это берег речки. Поворачивает, идет. Что-то вроде центральной улицы в городе Ишим. Улица Карла Маркс. Лёха. Да, я... Впечатляет. Елки продают на Новый год. А? Елки, говорят, на Новый год продают. Домой эту елку тащить. Живую. Я же сказал, короче, Где еще такой поешь, да? Ухо по-сырски.